Мне же в комнату пришёлся, взглянем, где он там, не Алиба. Что, сын? Доброе утро. Что давай, там мои мужчины? Греются? Давай, не надо, папа. Все? И побрился, папа. Сын? Все? Ты побрился? Настоящие мужчины что делают утром? Бреются? Не каждым утром, но не будем. Ну, не будем каждым утром. Афоня, тебе нравится? Да? Класс? Покажи класс. Да? Скажи да. Ты на большой. Ну что, всем доброго утра. У нас сейчас 6:30. У Сижу не болит нога, поэтому я помогла ему все-таки погладить вещи. Он сейчас ездит на работу и потом, наверное, в больницу поедет. Афонька уже приготовился к завтраку, да, сын? У нас сейчас будет морковный кекс от родни. У нас же морковки много, теперь нужно морковный кекс печь. И Афонька уже приготовился, да, сынок? И Гриша, скажи, проснулся. Где Гриша? А где Гриша? Где Гриша? Да? Гриша, зови Гришу, зови. Не надо. Но тебе надо? Да? А может нет? Надо, помнишь? Няня. А как нам Питер? Нужно. Няня, ня. Нет, оно тебе нужно. Нужно. Да это Гришка тогда. Мама. Мама. Иди с Гришей, иди. Да, только не кинь. Иди с Гришей. Иди с Гришей. Ты что тут хвастаешься? Нет, ты сейчас не на улицу. Иди до Гриши, иди. У нас сейчас уже 7 часов. Ребята там гуляют. Еще Сержуня не приехал. А я сейчас начну вязать петрушку. Да, сегодня мы вяжем. Ну, не то, что последний день. Но перед Тулой, просто мы уже все в Туле, поэтому в четверг уже поедем. А кто тут обкакался? Кто обкакался? А? Ты что ли? Да. Он? Ты что, обкакался, сын? Ну да, понюхай. Сына, пошли мыть жопку. Не Нана, пошли жопку помой. Афонечка, ты куда, сынок? Хозяин, пошел. Ты дала жениться? Все, Антошенька, ты готов, сынок? Пошлите вас провожать. Папулечка наш прихрамывает, да? Ребята, пока! Все, поехали мои красавчики любимые. Пока. Мы будем петрушечку, да? Афоня же в комнату пошел. Сейчас глянем, где он там. Сам же хотел разбуваться. Где же тут Афонечка наш, а? Вы не знаете, где здесь Афонечка наш? Сам тут что он делает? А, сын? Сына? На, пей молоко. На, сын. Давай возьмем конфетки и тебе, и дедушке, и бабушке. Давай. Дедушке, бери, неси конфетки. Бери. Скажи, деда, на. Петрушечка. Дедушка ему откроет. Иди бабушке, дай, скажи, баба, на. Где бабушка? Нет, где бабушка? Бабушка, а у нас свет выключили. Афонька тут танцует. Да, Фотя. Пока. До.
Фонька заснул, наконец-то дали нам свет. Ну, не наконец-то, его не так долго не было. Вот, и я сейчас буду вязать уже морковку. У нее, конечно, убеденькая от такого суховея. Конечно, поотсыхали немного хвостики. Поэтому сейчас, чтобы знать счет, я отсчитала 10 резиночек. В общем, по 10 резиночек буду вязать. Вот, пока. Все, мы довязали морковку. Ботва, Вера, еще так остывает, не так ломается. Живая, да? Все, 49 пучков, да, получилось? Да, папа? Окошко наше. Женека тут дрыхнет, Женека. Ты что, тут спишь? Красотка. Ты спишь? Да? Ну что, я тут немножечко убираю. Помыла раковину. Вот, Афонька еще пока спит. Сержунечке позвонила, он еще не приезжал на обед, но сейчас еще и без 15-12. Ездил он, в общем, в больницу, в Динскую на скорую. Хирург посмотрел, сказал, что это не перелом, потому что если бы перелом, он вообще тут бы не сидел все так просто и не ходил бы. Вот, но рентген... На скорой, в Динской, в районной Динской, станице нашей не работает. Поэтому сейчас он поехал в Титеровку. Должен там сделать рентген. И посмотрят уже там сразу по снимку, скажут. Так что жду его уже домой с нетерпением. Потому что, если честно, я прям сама переживаю. Но спал он хорошо. То есть он... В молодости, в детстве ломал себе сразу две руки. И он говорит, что я знаю, что такое спать со сломанными частями тела, что это совсем другие ощущения. Ну, то есть, а нога болит так, как синяк, то есть, как ушиб. Вот, то есть, ему ступать-то неприятно, но боль такая, как будто синяк. Вот, но приедем, будем надеяться, что все нормально. Приедет, расскажет. Я сейчас на ужин готовлю куриные желудочки. Вот положила их в мультиварку в режим жарки. Буду их немножечко обжаривать. Уже посолила, добавила специи для плова. В общем, любые, да, я думаю, можно. И разрезала их на две части. Вот такие вот кусочки получаются. Сейчас они обжарятся. Я еще к ним добавлю морковку. И поставлю их на режим тушения. Да, они немножечко потушатся, потому что мне нравится именно желудки готовить в мультиварке, потому что они там очень хорошо приготавливаются и не такие жесткие. Они также хрустящие, вот эти вот хрящики, которые в пупочках в этих, да, но они все же съедобные и не нужно их тянуть и жевать, как какую-то резину. Вот. Кастрюльки, потому что если их там сначала отварить нужно, потом обжарить. В общем, это там целая история, вымазать кучу посуды. А именно в мультиварке очень классно получается. Ну, хотя, естественно, в кастрюльках все это тоже можно сделать, просто готовиться они будут немножко дольше, немножко муторнее, потому что в мультиварке, во-первых, ничего там не выкипает, не убегает, как обычно у меня на плите, когда я ставлю варить суп. Бульончик, то и иду при этом Афоньку, например, там кормить там, или укладывать спать, обязательно что-нибудь выкипит, выбежит, выможет. Это прям целая история. А тут в мультиварке все очень классно получается. Вот, и они очень вкусняшные. Мои дети тоже очень любят, так же, как и куриные сердечки, и также и... Блин, мне лук только дошел. Так же, как куриные сердечки, и так же, как и желудочки. Мы их очень любим. Папа Фоня проснулся. Папуля приехал. Нет, это папа. Папа! Ух ты, два снимка. Хорошо, что у меня на карточке деньги были. Чего они тут тебе... Сержуня тут со снимками приехал. Что это, Афоня? Так, надо туда тебе купить же таблетки, да? Ага, в Титеровке, да, тебе сделали рентген? Афоня, сейчас поехал будем... в Динскую, приемная не работает. Поехал в этот, там фиг пройдешь. Ну что там очередь, да? Поехал в Титеровку, там быстро.
слава богу. Короче, в Динскую лечиться нельзя ездить, да? Ну, правда, вроде я не посмотрел, так пощупал, там, да, ну, сразу сказать, скорее всего, нет, да, ну, на всякий случай сделать. Рентген. Сижу, не пошел читать комментарий, самый злободневный комментарий дня, по-моему. Вот. А тем временем тушатся наши сердечки. Ну, в смысле, они еще до сих пор жарятся, потому что мы тут пока с Афоней занимались делами, когда он проснулся. И, в общем, сейчас буду заливать сюда томатик и включать их на тушение. А, ты хотел ответить Чемберлену, Жанне Олеговне? Снимаешь? Угу. Ну, даже не знаю. С чего начать? С чего начать? Прочитал, Жанна Олеговна, ваши комментарии. Ну, конечно, возмущений у меня куча. Хочу поотвечать на некоторые. Я ни разу не выходил, не снимался, но такое меня, если честно, больше всего возмутило. Ни копейки не потратили вы на дом. Ну, родители нам помогают, не отрицаю. Ну, на дом, извините, я брал деньги, 5 лет отпахивал их. Ё-моё, я продал свой дом, где я раньше жил, вложил в этот дом. Это вы говорите ни копейки? Второй вопрос. Детей сравнивайте. Разве можно сравнивать детей, своих, чужих или кого-нибудь? Что это за глупости какие-то? Вроде бы взрослая женщина, даже можно сказать бабушка. А сравниваете детей. Это ж, ну, глупо, просто-напросто. Глупо. Хоть что вы пишите. Насчет вот у нас ходят по двору. Да у нас здесь такие условия во дворе, что ни одной вашей детской площадки не теряться. Все огорожено, все закрыто, все, ничего нету. Вокруг речка, свежий воздух. Что еще надо детям? Игрушки все есть, все есть. Вы видели, чтобы они бедные, несчастные, что-то там... игрались, или что? Второй, третий вопрос, вот, что вот здесь мне еще? Ради, вот, жена моя сидит 6 лет, да не сидит она 6 лет, она занимается семьей, бытом, она занимается с родителями на огороде, ну, как-то вот так вот вы написали, с бухты-барахты, это, ну, извините за выражение, не видя человека, ничего зная, может, что-то видео не попало, может, наоборот, что-то попало. Но если мы сейчас будем выставлять все самое хорошее, что касается вот этого газона, это вообще смех, это было шуткой сказано. Прочитал полностью ваше видео, ну как сказать, даже не то, что я возмущенный, но мне кажется, это вообще, это на расстоянии обвинять практически во всех грехах. Это глупости, глупости. Ну, хотите, верьте, хотите, нет. По крайней мере, один пункт я выполнил. Я прочитал комментарий до конца, можете посмотреть. Ну, хотите, решайте так. Нам с вами за одним столом не сидеть, детей не крестить. Так что извините, если что-то может как-то не так я сказал. Но я думаю, ответил на ваши комментарии. Все, спасибо, до свидания. Папуля нас хромает, любим. Афонь, будем провожать папу? Да. Ты и так план перевыполнил? Да. Ничего страшного. У нас опять ветерком дует. Сильный ветер, сильный. Поставила я на тушение в томатике наши пупочки. Они тут плавают. Потом хочу еще сюда закинуть перловку. Мы с Афонькой уже папу проводили. Сейчас у нас такой мини-полдник. Садись. Сейчас мама тебе даст. Садись, и мама же идет. Садись. У нас такой полдник с морковным кексом от родни. Да, садись, он вообще вкусняцкий. Ко мне. А еще мы кушаем с Афонькой желе. Не надо. Ему так нравится. Прям тебе нравится, сын? Сейчас мама тебе даст, а то он так выпрыгнет. Афоня тоже на сливу вышел. Иди посмотрим. Да, иди. Какая красивая. Она мягкая такая. Сливу нам привезли. Сержуня вот такую вот вырастила. Зато какая крупнющая, да? То, что малыш в этом году. А
это яблоки. Афоня, ты будешь сливы кушать? Афоня уже в окушку с дедушкой. Афоньке прям сливы понравились. Тебе понравились сливки, сынок? Да? Вкусненькие? Папуля твой вырастил, да? Вкусненькие? Будем теперь закатывать. Сына, сын, ты куда? Нельзя. Ты себя там увидел? Афонечка. Ну подожди, ты ту прожуй. Что там такое? Афонечка. Ку-ку. Мы с бабулей щавель уже начали. Афанасий тут катается с нами. Да, Фось? Ты поехал? Пока, сыночек. Пока. Пока, мой любимый. Пока. Давай поцелуемся. Давай. Сын, давай поцелуемся. Кого ты там увидел? Дедулю? А где дедушкин сотовый, Афоня? Дедушка, а где твой сотовый? Он же носился с ним, дедок. Афоня, что хочешь? Что ты хочешь придумать с машиной? Скажи, пожалуйста. Куда ты ее отправляешь? Куда ты хочешь? Не надо туда. Ты хочешь упасть? Афоня. Все, Афоня пошел. Ты пошел, сын? Афонька поехал. Что там за бабушкин помощник у нас? Бабушка щавель мочит, а то он вздыхает. Помощник? Афонечка? Ага. Афоня! Да, так выпили квас? Да, только мы забыли тебе. Забыли мне. Ладно, я тебе налью. Ну а что, вы подстриглись, да, расскажите? Да, и папа. И папуля? Вы втроем? Теперь вы красавчик. Ну а теперь, а то ты... Будем постричь. Что-то у Антошки какая-то челка для выстриженная, да? Да. Или как раз? Мам. Уже дома просто. Мам. А кто ж там работал в парикмахерской? Ну, тети какие-то. Так одинаково вас тети подстригали? Сижу, все, кто работал? Рыжая. Танюша? Мама, только она нас тетя подстригала. Да, кто первый? Гриша, а то я. А потом папа? Да, алло. А вы хоть... Возле меня. А вы хоть хорошо себя вели-то там? Хорошо, ждали его. Да? Угу. А у нас сегодня что на ужин? Пупочки, да? Ну как вам пупочки? А, мама, столько у меня палочек. Это палочки, а пупочки? Пупочки вот. Мне много надо палочек. По-итальянски? Ну, да по-японски, по-китайски, по-итальянски. Рассказывай новости, сынок. А. Ну, что-нибудь сделаем, и потом можно. Ну, рассказывай, сынок, как там в садике? Рассказывай, что там в садике? Я хочу сказать. Скажи. На тетя погонче, а тетя потише. Угу, только не сейчас, попозже. Мама. Расскажи, что в садике давали кушать. Не скажу, это секрет. Мама. Не хочешь? Мама. А. Я хочу. А что вы там с Зешкой делали? Я хочу сказать о садике. Расскажи. Мне давали кушать кашу. Там гречка и молоко. Опять? Вам что, каждый день, что ли, это дают? Да.
кем гулял сегодня? Ни с кем. Ни с кем даже сегодня? Ну да. Почему? А с Петя? Викой. С Викой? Опять с Викой? С Леденевой? И с Лерой Мурынов, и с Сеней. С Лерой Мурыновой, и с Сеней, да? И с Викой. И с Викой. А это песенку спой, какую ты вчера мне пел. С вот такими ушами, с вот такими бородами. Какую? Ну, я уже забыла, как она с вот такими бородами. Это маманя. А ну, спой. Ты сама уже знаешь. Да я ее не помню. Помнишь. У маманя уста в узке, злые маленькие густки. Сенчавей, сендавей. Такими усами, такой головой, такой молодой. И такими усами, такими носами. На ее идеи и делай вот так. Это вот так в садике? Да. Бабуля считает. Антоша, ты что будешь делать? Рисовать будешь? Так. Гриша, ну, фоткать, да, сын? Привет, сейчас сын. Я разберу. А что ты за четверка? Не знаю. Дай я посмотрю. Все, мамуля, поехали, да, мам? Да, сейчас упакетим. Сейчас еще пакетики, да? Еще мамуля сейчас всем развезут. Зелень кто заказывал? Ты корабль нарисовал? Да. Я и капушку сфоткал. Да? Дай я прикажу, сфоткал. Она, я ее наверх положила. Ну, да. Гриша тут все фоткает дедуля на телефон, да? Да, 20 петрушки. Гриш, дай он тоже один разок сфоткает. Потому что дедушка уже уезжает. Все, мам. Больше ничего. Мам, куда же мать? На фотоаппаратик. Куда? Сюда? Вот, нет, где фото? Сюда? Угу. А я еще все вкаю. Угу. А ты бабушка, дедушка, провожать? Ну, провожать и ждать Сашу. А, Сашу, ну давай. Сейчас приедут к нам гости. Вот и наша мастерская, которую Сержуня рушит. Вот дырка. Шифер треснул. И он упал прям в эту яму. А здесь вот потолок, он ходил по нему нормально, а вот этот все-таки треснул. Не выдержал его. И самый главный на сегодня вопрос, почему мы будем рушить мастерскую. Ну, вы сами видите, что этот блок ужасно непрочный. Здесь даже уже трещины в этом здании были. То есть вот уже кирпичи повело, вот трещины. Ну, не кирпичи, да, блоки. Вот тоже эта трещина была. И здесь, ну, совершенно, вот даже забит гвоздь. Видите, как выламывается. Ужасно, вот, то есть его можно вытащить, то есть сюда никакую полку не повесить, тут ужасно все. Ничего не прикрепить, поэтому мы решили, раз уж будем строить баню, то заодно тогда уже и новую мастерскую. Так что у нас тут супер грандиозный проект, и баня, и мастерской, все в одном. Поэтому будем рушить и мастерскую тоже, потому что, ну, некачественная она. Этот блок вообще нам не нравится. Ужасного качества. В него ничего, он весь дырявый, ну, полый, да, внутри. Ничего на него нормально не повесить, никакие полки. Поэтому нет, нам не нравится. Поэтому будем рушить. Антоха, башке Галя звонит. Да. Сказать, что в среду приедет. Когда? В среду, скажи, утром я приеду. И час? В среду. И час? Сейчас? Я разговариваю. Ну, сейчас. Ну, пока. Все. Пи-пи.
потихоньку проснулся, сынок, на. Миша, иди сюда. Афося, на, банан будешь? Нельзя, иди сюда. Кто там к нам приехал? Миша, Саша, да? Гриша, собака. Гриша. Я же Леву напугала. Ага. У которой кутенята были? Соника, ага. Что? Софа, да, Соника. Ам-ам, на. Идите сюда. Миша, иди пописаем. Михаил. Саша. Гриша, Гриш, не дразни Женеву, не надо. Грише Фоньке давать, хорошо? Давай-ка, посажу, давай. Оп, сиди сюда с мамой. Ты сиди. Ты сиди так, хорошо. Папа провалился. Та уже мама сказала. Я вам говорила. Афонечка, Афонь. Где мама, Афонь? Афося, ты прибалдел там рядом с тетей Полиной? Прибалдел? Да вещи мы взяли, то Миша нас тоже не просит. Гриша, это что такое за шапка у тебя? Банановая шапка? А у меня вот такая, да? Банан... В банановом отделе требуется уборщик. Фруктовая. Фруктовая шапка? Да. Пап, глянь, фруктовая шапка. Это я придумал. Выключи ее. Что ты там делаешь, сын? Афоня, а что ты делаешь? Ты скусал банан, надо было вам еще больше банана было. А нам что не привези, Полина, нам всего мало. Папа дает задание сыну. На, попробуй. И Сашу привлекай. Афоня схватился за тачку. Что, сын, что ты хочешь? Это большой велосипед для тебя, он никак не подходит. Где? Там. Где? Афонька. Мама, подержи. Нет, это большой сын, не надо. И шлепки где? А Гриша закладывает кирпичи, чтобы Женева не пролезла. Поею. Чтоб не пролезла на огород. Гриша с Сашей кирпичи там ложит. Гриша, что вы там делаете? Сына, что вы делаете? Ты кормишь друга? Гриша кормит друга. Сам наложил ему борща. Не, еще пока не успевает пылесосить. Там Гриша и младше тебя вообще-то. Ничего? Что Гриша младше? Ничего. Гриша, ты, наверное, только это... Это что он наложил? Миша, ищешь шуруповерт, да, Миш? Да. Ничего нету? Мама нашла? Нашла. Афоня сказала тебе это тоже. Упадешь, так нельзя. Нет, мы его не отдадим. Да, отдадим. Это мой Афоня. Нет, этот. А вы в садик ходите? Кто? Да, не ходит. Афося! Спасибо, маме привет. Ты с мамой поехал в гости. Ага. Нет. Как же мама его отдаст? Нельзя. Давай. Нет, нет, нет. Можно его сюда? Все, Надя, пошли нельзя. Сашу добываться, поехали, забирай свои. А я потерял свою. Давай, забирай, пошли свою. Я потерял. Саш, поехали, Саш, тебя провожать. Я рот за то, что он балуется. Саш, давай быстрее, Афоня сам плачет, быстрее. Все, давай, Антошка, пока. Антош, закрывай нянь, дверь, Антоша. Иди нянь, Афоньку. Ну что, на сегодня все. Гостей мы выпроводили, я уже помылась. Дети пошли мыться, уж извините, показывать я их не буду по просьбам трудящихся. Вот. В общем, все у нас нормально, все хорошо. Завтра дети пойдут последний день в садик, потом они в среду уже поедут в Ейск. Да, дедушки с бабушкой. Мы уже позвонили им, они вроде бы рады. Вот, ну, думаю, что рады. Они, конечно, внуков редко видят, поэтому
счастливы, что дети еще у них недельку побудут. Ну вот, сейчас у нас уже, сейчас у нас уже 10:30, поэтому всем спокойной ночи. Всем до завтра.